Одним из самых популярных видов спорта является плавание. Это тот редкий случай, когда занятия спортом одновременно приносят и удовольствие, и оздоровительный эффект. Сейчас в каждом городе есть бассейны. От больших городов не отстает и поселок Сангар. Именно здесь и по сей день работает первый в Якутии плавательный бассейн. Продолжит Татьяна Владимирова. С прошлого года после капитального ремонта здесь начал свою работу спорткомплекс «Атлантида» с плавательным бассейном для взрослых и детей. Здесь недавно провели первый раз после реконструкции турнир по плаванию для населения. Основной целью данного мероприятия является популяризация плавания и выявление в поселке сильнейших пловцов. Ведь сегодня этот вид спорта считается и оптимальной формой отдыха, средством физического развития и укрепления здоровья. Все отлично, горка отличная, бассейн большой, все хорошо, 25 метров, ну, туда-обратно плавать хорошо. Стало намного уютнее. Данный турнир провели специалисты управления физической культуры и массового спорта Кобяйского улуса. Пловцы поселка приняли участие лично командным составом. Так в итоге выявились и победители. Им всем были вручены сертификаты на посещение спорткомплекса «Атлантида». На турнире могли показать себя и ветераны. Виктор Дмитриевич Бобков – несомненный пропагандист ЗОЖ, неоднократный победитель соревнований по плаванию и побегу в поселке Сангар. Он в этот день показал себя ничуть не хуже молодых. Участвую и в кроссах, и в плавании, и в советское время, когда Атлантида еще вот не перестроена была, тоже соревнования были. Сегодня плавание по праву считается самым эффективным видом спорта, не имеющих конкурентов в оздоровительном воздействии на человеческий организм. Так что занимайтесь плаванием, и пусть это занятие принесет вам удовольствие, а его позитивное влияние на организм послужит поводом для более частого посещения бассейна или очередной поездки к морю. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар.